Всем, ребят, здорово! С вами, как всегда, канал «Смотри, завидуй». И сегодня у нас на очереди, хочу вам обзорчик сделать. У нас появится новый пулемет на штурмовика. Давайте мы посмотрим его, как он выглядит вообще, как он называется. Называется он, сейчас мы его найдем. Вот, «Золотой корт 5.45». Вот так он будет выглядеть. Давайте его приобретем. Сейчас мы посмотрим и обычную версию дальше. Так, вот корт 5.45. Ну, прикольно такой. Давайте сравним сразу по характеристикам золотой и обычные. Так, вот. Так. А, у обычного 25 дальность, у золотого 26. Емкость магазина у золотого 170, а у обычного 160. Ну и все, больше ничего. И только урон на зомби против зомби 50 добавляется к золотому. Ну давайте посмотрим вот так вот сначала. Вот он так выглядеть будет, смотрите, ребят. Даже моды никакие нельзя поставить, по ходу дела. Такой прицельчик. Так, заходим в мастерство. А, вот у нас мастерство как раз появится. Давайте приобретем все. Также будет 2000, будет кредитов стоить. Ну, теперь попробуем. Что нам теперь давать? А, вот, теперь появился, ребят, прицел второй. О, вот этот прицел намного лучше. А, он еще и отдаляется, и приближается. Вообще, наверное, только отдача очень большая. Так, дальше что еще? Сейчас, подождите, посмотрим еще. Так, дульный тормоз. Тут падение урона уменьшает, здесь точность и урон добавляет. И... А, и глушитель. Глушитель вообще офигенно. А то на старом вот этом пулемете, на нем, короче, нет глушака. Потом еще сошки добавляются, устраняет отдачу, устраняет увод ствола, значит, повышает темп стрельбы. Вертикальная рукоятка снижает отдачу, повышает точность при стрельбе. Вот есть вот так. Как-то так вот. Так, ну давайте по модам посмотрим, что там. Так, моды. А тут один уникальный мод только. Скорость перезарядки, скорость прицеливания. Так, ну давайте сначала по-любому сюда отдача пойдет. Как ни крути, потому что очень сильный на нем. Так, и, наверное, темп стрельбы. А что еще? Скорость перезарядки, кучность, скорость прицеливания, скорость смены оружия. Ну, скорость... нет, перезаряд. Давайте темп стрельбы, ну, плюс одна отдача. Давайте посмотрим, насколько темп стрельбы прибавится. 3, 4, 8. 450. Так, 480, было побольше. Емкость магазина минус 100 становится. Так, а сейчас у нас как? Ну-ка. 160. Вот уже более-менее. Так, 160 минус 100. Ну-ка, давайте попробуем просто. О, емкость магазина сразу минус 100. А, это 60. Нет, такой нафиг. Тогда будем, наверное, скорость перезарядки делать, кучность. Точность от бедра становится, точность при цели. А если вот это, ничего. Скорость прицеливания тоже ничего. Скорость смены оружия тоже ничего. Либо, короче, кучность ставить. Добавляется точность от бедра и точность при цели. Ну-ка, а если его улучшить полностью? О, плюс 30 от бедра. Ну-ка, перезарядка вот вообще какая у него. Хотя перезарядка, у тебя есть мод, будет на коробке стоять, и, ну, тебе намного лучше будет. А если, допустим, перезарядку, сейчас мы попробуем и тот, и другой мод. Вот попробуем перезарядку поставить, посмотрим, как он перезаряется. Ну, по
лучше, но как-то все равно. Лучше, наверное, поставить вот этот мод. Вот он как раз стреляет без отдачи. И у вас есть еще есть коробка вот такая, которую там, допустим, вы увидели. У вас там осталось там сколько вот патронов? Наверное, 50 там. 20, наверное, на 20. Может, это на так не работает. А вот, все, сразу себе добавили патроны в конце, сразу 160. Я не думаю, что скорость перезарядки надо будет ставить. Ну вот, ребят, на мой взгляд, то, что отдача по-любому, темп стрельбы и кучность. Вот такие моды, наверное, этот пулемет будет. Потому что смысл ставить, ну да, тут скорость перезарядки минус 40, скорость прицельная плюс 20. Если, допустим, его поставить, у него только тратится емкость магазина. Что-то я не вижу, что он так намного быстрее. Нет, мне, по мне, лучше я лучше вот такие моды поставлю. И у меня просто этот коробка с патронами, которые я себе даю себе патроны, она у меня прокачана, и когда остается там 20-30 патронов, я просто даю себе сам. У меня полная обойма. Так намного лучше. И у вас и точность от бедра будет. Можно без прицела вообще. Это как вот на этом пулемете. Да, я все забываю, как вот на зените. Как на зените также там есть мод, когда ты просто на месте стоишь. Тут также точность от бедра будет, точность прицела еще. Вот, ребят, на мой взгляд, минус отдача, темп стрельбы и кучность. Вот такие моды советую всем поставить. Потому что если ставить патроны, вот эти, скорость перезарядки, да, добавляет, скорость прицеливания, но тут у тебя у автомата всего лишь 60 патронов становится. Это очень мало. Если поставить скорость перезарядки, ну толку от этого. Ну да, он будет пораньше. У кого. Ну, проще коробку прокачать эту. Это намного дешевле выйдет, чем ставить этот весь мод и прокачивать его. Так что, ребят, вот эти самые такие актуальные будут моды. Темп стрельбы, кучность и отдача. Ставьте, не пожалеете. Ладно, ребят. Сейчас мы подождите еще. Так. Еще у нас, короче, будет на этот пулемет у нас появится вот такая коробочка. Контракт будет на него. Можно будет получить его на время. Как всегда, это дух джунглей коробка. Порт комода будет. Такая будет коробка у нас. Также у нас пистолет из так кинетик комода. Ну вот я буду по-любому его брать. И по-любому опять набивать буду. Вот этот пистолет намного лучше, чем я тут СИК набивал. И этот керамбит я набивал. И пулемет. Пулемет и пистолет буду набивать. Вот такая у нас коробка, как всегда, появится. А также у нас появится коробочка вот такая. Это коробка к новому событию будет. Тут у нас появится также новый агент Балу. С пулеметом такой. Ой, отважный такой. Ух. Прикольный такой, да? Выглядит прикольно. В этой коробке можно будет получить агента, СТК, ну как всегда. И пулемет. Все бесплатно. Только за 500 этих кредитов. Ой, бля, кредитов. Корон. Так что вот так, ребят. Коробка будет, контракт будет с этим пулеметом будет по-любому. По-любому, как всегда, вот смотрите, кто не хочет, допустим, на него тратить много денег, сразу говорю. Вначале он появляется золотая и обычная версия, когда появляется. Проходит около 2 недель, появляется у нас контракт с вот этим комода в джунгли. Можно будет его получить тут на время, кто хочет просто на шиву набить, на время его можно получить. А также можно получить в этой коробке за 500 корон. Можно его навсегда, но тут очень маленькое везение, хотя 1.01. Хотя, возможно, и можно получить будет его навсегда, тут и очень большая вероятность. Ну и по-любому потом где-нибудь он, по-любому в каком-нибудь событии или в боевом пропуске где-нибудь он опять появится бесплатно. А хотя нет, потому что, как его, в
Вот этот ПК Зенит, он не так быстро появился на где-то бесплатно, где можно было получить. Ладно, ребят, не забывай подписываться на канал. Подождите, хочу посмотрю. Да, не забываем подписываться на канал, ставить лайк, писать свои комментарии. Как вам вообще этот пулеметик? Как он будет выглядеть? Всем удачи, ребят. Всем пока. До новых встреч.